капитан футбольного клуба «Лукий Энергии» Сергей Иванович Осачук. Сергей Иванович, ваш комментарий по матчу? Ну, очень качественный матч провели, если брать не по счету, а по самой структуре игры. Очень много создано моментов, которых мы не преуспели в плане реализации. Ну и, конечно, опять наша проблема – это непонятный гол, который с песочной ямы залетает. Спасибо ребятам, не сломались. В прессинге вверху поджали соперника, сравняли, забили хороший мяч. Ну и опять же, проблема у нас в обороне. Перекраиваем, как можем, ищем сочетания, каких можно сыграть. Есть проблемы у нас в этой линии с кадрами. Ну а так, в целом, по второму тайму, думаю, что, наверное, владели больше мячом, преимуществом, создали 3 голевых момента, но реализация у нас, к сожалению, не падает. Ну, игре не скажешь, что вы занимаете последнее место? Ну, это радует, что вы так думаете. Да, я скажу, что есть игры, где нам совсем сложно, есть игры, где мы показываем зубы. И, наверное, это такой один из немногих положительных моментов, что радует, что команда психологически устойчива, да, после поражений. Мы даем бой, стараемся, но, к сожалению, вот эти ляпы, они нам, соперник нас наказывает, а мы соперника не можем наказать за их ляпы, да, за ошибки. Повторюсь, опять же, 100% 3 момента, которые мы должны были забивать во втором тайме. Закончился первый круг второго этапа. Как вы оцените выступление своей команды и последней пресс-конференции, так как жестко выступили в задачах? Что-то изменилось в этой задаче? Да, не то, что жестко, я просто высказал свое мнение. Ну, какие задачи? У нас задачи набивать шишки, да, и мы набираемся опытом с соперниками, которые, ну, объективно сильнее нас. Но, опять же, если для себя не ставить задачи, зачем тогда вообще в футбол играть? То есть приехать и просто так играть. Конечно, мы едем за победой, ехали сюда за победой, и ни о чем другом не думали. Опять же, повторюсь, качеством игры доволен, но результат отрицательный пока. Ветеран вашей команды, Артем Шишаев, я понимаю, сейчас у него травма. То есть вот он может появиться еще в этом сезоне? Да, он начал уже тренироваться в общей группе. Хотел бы отметить Андрея Почекова, который 8 месяцев, да, из-за тяжелой травмы пропустил. Вышел сегодня немножечко, да, забрали мяч, начали больше владеть мячом. Имел опорными полузащитниками. Поэтому надеемся, что они еще нам помогут. Коллеги, вопрос есть? Все, спасибо. Удачи вам в следующем матче.